и вот эти моменты появляются опять же за счет индивидуальных действий. Не сказать, что как-то командно, да, здорово действуют магнитогорцы, но мастерство у игроков имеется, их силовой прием. Просто сейчас отправляют, закатывают в лед, он лежит, и игру нужно остановить, конечно. Да, попало сейчас Федору. Обыгрывал он одного игрока и не видел он абсолютно то, что силовой прием будет против него применяться. И попал он, конечно, под очень хороший силовой. И вот сейчас, как будто, конечно, повтор будет. Вот Малыхин обыграл одного, уходит в центр, смотрит он на шайбу. И здесь какой силовой прием? Вот Славка Летник ставит корпус. И напоминает Федору Малыхину, когда ты находишься на площадке и контролируешь шайбу в зоне соперника, смотреть лучше не на шаг.